Yes, I'm Todd Grisham. There's no other venue like it. Сегодня мы сразимся за Мухаммед Али против Роя Джонс, младшего. Роя Джонс, младший, в тяжах. Посмотрим, на что он способен. Сейчас мы все посмотрим. Итак, понеслась. Не спешим, аккуратненько. Хорош. Рой Джонс хорошенький. Прямые, прямые усиления, да? Ворота хорошие. Интересно. Жестко, жестко работает. Пытается пробить своим усиленным. Жестко, жестко, жестко. Что-то он задумал, нечистое. Хорош, 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 молодец. Четенько, четенько все идет. Четенько, четенько, корпус обрабатывает. Ого! Вот это жестко, жестко, жестко. Сработал, сработал. Ну, ничего себе, вот это да, не думаю, не думаю. Чтобы прям так сразу получил. От Рой Джонсон. Ох! Чувак, ты опасный, опасный оказался. Я не думал, что Рой Джонс настолько будет страшен. Был очень опасен. Рой Джонсик. Легко стоял, ну еще бы. Хорош, хорош. А тем временем раунд 2. Хорош. Жестко, жестко, жестко. Жестко. Да, Рой Джонс. Тяжек. Это уже что-то интересное. Конечно, но... Не знаю, не знаю. Для Мухаммеда Али это так, так, как бы сказать, я не знаю. Хорош, хорош, хорош. Итак, продолжаем. Идем к Рою. Он тоже опасен, он может быть как Рой. Пчел, короче. Не зря он Рой. Хорош, хорош. Молодец. Получилось у него. Ух, вот эти вот страшные, страшные. Жесткие, жесткие. Хорош. Тише лампочку, лампочку нашу. Да, 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 да. Это очень, очень. Рой Джонс, ну ты чё ты как-то вообще? Зря, зря ты в тяжели полез. Тут тебя никто не ждал. Тем более Мухаммед Али. Ты же видишь, что он очень опасен для тебя. Хорош,
Хорош, хорош. Ручка. Ручка. Молодец. Хорош. Да просто прекращай, прекращай. Не бей дальше. Молодец, молодец. Я вижу, вижу. Ты сильный, сильный парень. Ну, Рой, Рой, Джонс. Тяжело. Исахов. Я не знаю, не знаю, не знаю. Вижу, вижу, вижу. Ты действуешь хорошо. Опасненько. Было все равно опасненько. Хорош, хорош. Вышел парень из положения. Ух, жесткач, 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 жесткач. Хорош. Хорош. Не, чувак, чувак, не смог ты больше. Вот если бы попал бы. Ну, он бы умер просто, ребят, он умер на ринге. Вышел из положения, вышел. Хорош, хорош, на фр... Шпинговали его. Не, Рой Джонсик. Рой Джонсик, ты слишком тяжело тут. Тебе тяжеловато. Молодец, встал, встал. Хорош, хорош. Но Рой Джонс, нет. Тебе в тяжах нечего делать. Чувак, ты тут просто погибнешь. Я тебе заявляю это как Мухаммед. Ты видишь, что происходит. Ты же видишь, что тут происходит. Чувак, ну, бесполезно. Нельзя, нельзя, нельзя. Не выходи никогда. Не выходи в тяжах. Ты просто погибнешь. Молодец. Он встает четвертый раз. Он показывает, что он еще может. Рой Джонс. Рой Джонс показывает. Ну, что ты можешь против Мухаммеда Али? Да, да, времени уже было в обрез. Не попали. Хорош. Немножечко, немножечко. Хорош, немножечко еще. Еще немножечко. Еще немножечко по лицу. Хорош. Рой Джонс. Рой Джонс, молодец. Хорош, хорош. Ну ты молодец. Я ничего не скажу. Молодец, молодец. Ну ты забыл потанцевать, конечно же, забыл. Это просто нельзя было. Надо было в танце уйти. Так как ты справился почти с Мухаммедом Али. Ты же сделал дело. Ты можешь гулять смело. Best start, but you know what, the cornermen now it's down for them doing their job.
Хорош. Ну, отлично, отлично. Работаешь. Хорош, хорош. У нас не выходит ему сильно ударить. О, ладно. Жестко, 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 чувак сделал дело. Какой сильный оказался парнишка. Представляете, я не смог его выбить, он меня выбил. Хорош. Хотя он мог бы отлететь, но что-то у него пошло. Просто на его сторону перешли темные силы. Так как он просто выжил. Это он зря сделал. Я такой, но Мухаммед Али такой просто не простит. Поэтому он просто убьет его сейчас. Просто ты не должен был разлить Мухаммед Али, иначе ты просто должен был погибнуть. Ты уже не сможешь встать, ты просто все. Вот это да, вот это молодец, пятый раз. Вот это ролик. Ну, ролик вообще. О, хорош. Ну, ты зря, конечно, пошел дальше драться. Тебе надо было отойти. Хорош, хорош. Наши силы заканчиваются. Хорош. Молодец, присел. Молодец. Хорош, хорош попался. Хорош, хорош. Ничего не скажу, молодец, молодец. Ройчик. Тебе похвала. Ты пять раз упал и встал. Хорош, хорош. Жесткач. Хорош, апперкатишка. Все. Все, Рой. Хватит, Рой. Все, ты просто не должен выжить. Все. Ну, Рой выкинул полотенце просто. Все, Рой не смог ничего больше сделать. Он понял, что нельзя. Нельзя было драться. Итак, ребята, вы знаете, что Мухаммед Али, он просто бомба. Знаете, что он бомба, бомба, бомба. Он красавчик. Я давненько за него так прям не играл, чтобы конкретно. Итак, друзья, спасибо вам за просмотры, подписки. Спасибо вам за то, что пишите комментарии. Приятно очень читать. Приятно, что даже и ребята некоторые, вот один чувачок тут говорит, хочет мне, как говорится, поддержать мой канал. Ну, на жизнь в шоколаде у меня есть. Ребята, ссылка на жизнь в шоколаде. То есть у меня своей карты нет, банковской, так что, как я деревенский парень. Так что, ребята, мне можно кидать на Киви, ну, как у меня там Киви привязан. Так что буду благодарен всем. Всем мы, может, даже соберем на видеокарту. На 3612 гигабайтами памяти. Это будет вообще отвал башки. Будет на максимальной графике игра. Это будет просто бомба. Просто будет страшное дело.